Доброго времени суток, с вами Лара Шум, и сегодня я зачитаю рассказ, который называется «Меняю гордость на любовь». Автор идеи – Лара Шум. «А вам сколько килограммов?» – поинтересовалась продавщица. «А что?» – пришла я в себя. «Женщина, сколько килограммов любви? Или достаточно 100 грамм?» «Но обычно так никто не покупает». «А разве так можно?» – поинтересовалась я. «Конечно можно», – удивилась продавщица. «Ты откуда свалилась?» «Я из Москвы. Легла спать, и вот». «А, поняла, это сон». «Сама ты – сон. Это как раз реальность. А ты – сон». «Простите, не хотела вас обидеть. А что вы с любовью делаете?» «Это ходовая валюта у нас такая. Мы ее дарим друг другу. Но сначала для подзарядки впускаем в себя. На вот, попробуй». Я взяла щепотку любви и положила ее в свое сердце. «Ну что, чувствуешь что-нибудь?» — поинтересовалась тетка. «Я тебе чистейшую дала, без всяких там примесей». Я не могла говорить от удивления, потому что почувствовала, как у меня отрастают крылья, и я отрываюсь от земли. Мне вдруг захотелось обнять эту женщину внизу и что-нибудь сказать приятное-приятное. Я так и сделала. «Ну вот, опять! Всех вас сразу тянет обниматься. Ладно, давай, обнимемся». И мы стояли, обнявшись, как мне показалось, вечность. «Ну все, хватит! А то мне еще работать. Так будешь брать?» «Конечно. А цена у любви есть?» «Ага. Меняю любовь на твою гордость. У тебя ее шибко много». «А больно не будет?» «Смотря как сильно эта нехорошая штука в тебе засела. Меняем?» «Ага», кивнула я. И тут же почувствовала невероятную боль. А затем я упала в обморок, как мне показалось. Открыла глаза и услышала крик петуха. И тут же пришла идея. Надо срочно позвонить Борису. Я его вчера сильно обидела и сбежала к бабушке в деревню. Зачем? Хочу извиниться. Очень хочу. Выбежала на улицу, чтобы поймать сотовую связь. И вдруг услышала шепот. «Пользуйся любовью, не бойся. У тебя ее много, на твой век хватит. Расправляй крылья и твори!» И я вспомнила про сон и опять почувствовала крылья за спиной. «Да ладно, это нереально!» «Сама ты нереальна, а любовь реальна. Она в тебе каждое утро просыпается, целый день с тобой бродит и каждую ночь с тобой засыпает. Сердце открой!» И почувствовала щелчок в лоб. «Ой!» И засмеялась. «Да, да, любовь реальна!» — закричала я. «Реально! Ведь я люблю! Люблю Бориса, бабушку, мир, рассвет и закат, и много чего люблю! И хочу любить!» «Борис, прости меня. Ты мой самый любимый человек, и я больше не хочу тебя обижать. Приезжай к нам с бабушкой в деревню, и я хочу вас познакомить. Вы друг другу понравитесь». С вами была Лара Шум и моя небольшая идея. Рассказ, который называется «Меняю гордость на любовь». Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Вдруг кому-то это видео пригодится.